море позитива. Я так не отдыхал еще с 2010 года. Что еще сказать? Ну, я вам скажу так, по секрету, всему свету. Я нашел работу, я очень рад. Море позитива и радости. А вам? Солидарен с парнем. Да. А вот негативных, может, эмоций были? Нет, нету негативных, только позитивные, да. Все было хорошо в этом году. Думаю, в следующем будет так же само. Это обычную бытовую суету и больше ничего хорошего, особенного. 2016 год лично мне ничего хорошего. Это грустно. Мне лично ничего не дал. Дал большую радость, внук родился, младший. А что-то еще хорошего было? Ну, больше так... ничего хорошего не было. Нормально. Ничего. Ой, много потерь очень. Очень много. Материальных, моральных. Много всего дал. А что-то хорошее? А что-то хорошее. Ну, я работник филармонии, концерты были хорошие. Вот так. Здоровья. Желаю всем. А что дал? Ничего. Все только хорошее. В общем, в принципе, все нормально. Все живы, все здоровы. В общем, прошел 2016 хорошо. Ой, вы знаете, давайте не будем про это говорить. Много проблем было. Но я думаю, что 17-й будет лучше. Надеюсь, очень сильно. Ничего, абсолютно. Одни проблемы сплошные. Потому что он был как высокосный. Ну, сейчас по чуть-чуть налажим. Все проблемы решаем. А неужели ничего хорошего не было в 2016-м? Почему? Было день рождения. Ну, был позитивным, наверное, все-таки. Было много приятных моментов, которые, ну, радовали меня. Вышел на стипендию в этом году, как бы. То есть это тоже радостный момент. Ну, и так по мелочи, можно сказать. Ой, я даже не знаю. У меня тяжелый был очень год. Болезнь, операция. Отсутствие Крыма. Порошенко обещал. Нам дал приезд в город Николаев. Вернулись на родину немножко, в отпуск. Спасибо году, что он был. Мне он ничего не дал. Ну, год здесь не виноват. Год здесь ни при чем. Вы поняли, о ком я и о чем я. Так что спасибо. А году спасибо. Было много хорошего. Ничего не дал. Кроме Верховной Рады ничего не дал. Ничего хорошего. Ну, уверенность в том, что мы будем жить дальше. Я думаю, неплохо. Разочарование. Почему так грустно? Неужели ничего хорошего? Заканчиваем учиться, поэтому разочарование. Нам дочь ребенка. То есть только хорошее. Ну да, что ж, надо искать всегда все то, что хорошее. Что нам дал? Все, по один позитив. Семейного благополучия и все самого хорошего нам дал. Здоровье. Самое главное. Все остальное по возможности купим. Тяжело сказать. Был тяжелый год. Высокосный. Высокосный год обычно всегда тяжелый. Но были и приятные моменты. Даже не знаю. Хороший год, веселый. В принципе, я не знаю, что еще сказать. Деньги. Деньги? Мы работать начали? Да. А что-то плохое было или только хорошее? Хорошее. Только хорошее. Плохого ничего не было в этом году. Было только все позитивное, негатив вообще был просто далеко от нас. Добрий вечір, шановні глядачі. Добрий вечір, наші шановні. Сьогодні у нас немає ані гостей, ані експертів, просто наші друзі. Отже, добрий вечір усім, хто зібрався, як завжди, по четвергах о 19:30, щоб разом з нами провести ці найближчі дві години з телеканалом «Миколая», з програмою «Контраргумент», з програмою, у якій ми завжди кажемо про якісь актуальні проблеми, про якісь актуальні питання, про щось таке нагальне, що нас усіх турбує. Втім, сьогодні ми вирішили поговорити про, можливо, таке, знаєте, сімейне, про щось камерне, адже ми зібралися в колі друзів саме тому, що практично вже Новий рік. Ви знаєте, один мій колега нещодавно сказав, коли я о 12 годині буду підіймати келих, то я буду пити не за Новий рік, а за те, що ми все ж таки пережили
той рік, що минає. І я хотів би, щоб сьогодні ми поговорили про те, що було доброго по цьому році. Я, користуючись службовим становищем, сьогодні вирішив зробити подарунок нам усім, нашій студії, і зібрати у цій студії тих людей, які були поруч з нами протягом усього року. І з кожним з них у нас асоціюються дуже добрі емоції, дуже добрі спогади, дуже добрі надії, адже усі ці люди є справжніми нашими друзями. Я думаю, що навіть, напевно, немає сенсу представляти кожного дуже офіційно, адже практично кожен з тих, хто у нас сьогодні є в нашій студії, я підкреслюю, тут немає сьогодні експертів, немає ведучих, усі сьогодні рівноправні, вони усі вам добре відомі. Тому я не буду гаяти час на те, щоб кожного окремо представити, ви побачите кожного титр під кожним з них, якщо хтось не знає, скажімо, посаду Сергія Буркавця, або не знаю, у якій сьогодні постасі у нас присутній Юрій Ісайович Гранатуров. Втім, це справді не важливо. Усі вони присутні у якості наших друзів. І я хотів би, щоб сьогодні ми поговорили про те добре, що сталося з нами протягом цього року. Звичайно, ви зможете за півгодини зателефонувати нам за телефонами нашого прямого зв'язку 76-92-42, як тільки побачите на екрані, одразу можете починати дзвонити. Звичайно, ви можете приєднуватися до нас на сторінці Facebook, чи нашої програми, чи особисто писати мені особисті повідомлення. І, звичайно, я їх усі зачитаю, але я вас закликаю, будь ласка, не телефонуйте, скажімо, Олександру Сінкевичу для того, щоб сказати, що у вас там десь тече дах. У нас для цього буде достатньо програм, на яких ми поговоримо про це. Давайте сьогодні поділимося одне з одним справді нашим позитивом. Не може бути такого, щоб весь рік складався з 366, як високосних днів, виключного негативу. Справді, щось було у нас і добре. Давайте поговоримо про це для того, щоб увійти у новий рік з новим добрим настроєм. А для того, щоб задати певний, так би мовити, певний тон нашій програмі, я пропоную подивитися сюжет з невеличкими підсумками позитивних подій цього року. Будь ласка. Добігає кінця рік 2016. Він був нелегкий. Далеко не кожен відчув на собі полегшення. Однак були і позитивні моменти. Згадаємо деякі з них. Цього року Миколаївщина стала лідером серед усіх регіонів України за обсягами прямих іноземних інвестицій завдяки реалізації двох потужних проєктів в Миколаївському морському порту. Там побудували два нові термінали – американської компанії «Бунге» та китайської «Ковко». А це робочі місця та стаття поповнення бюджету. Так, як ремонтували дороги в Миколаєві цього року, не робили, мабуть, ніколи. Міська влада намагається відходити від ямкового ремонту, віддаючи перевагу капітальному ремонту дорожніх артерій і, по суті, будівництву нових. На думку міського голови Олександра Сінкевича, використання грошей платників податків такимось чином більш ефективне і дозволяє заощаджити чималі кошти. Усі роботи з ремонту дорожнього полотна мають гарантійні терміни. Поточний ремонт – 1 рік, капітальний – 3 роки. Дуже оперативно та злагоджено впоралися із першим снігом. Спецтехніка працювала, міський транспорт виконував свої функції без збоїв, люди потрапляли на робочі місця. Серед позитивних моментів року, що минає, слід визначити той факт, що на Миколаївщині з'явився новий губернатор. І неабиякий. Учасник АТО, людина з самоіронією, вивчає українську мову. Згадайте епопею зі стадіоном у парку Перемога. Ніяк не могли визначитися, хто власник, на яких умовах. Прийшов Савченко, стадіон запрацював. Більш того, незабаром поряд буде відкрито сучасну школу фехтування. Позитивних моментів року, що минає, чимало. Більш детально про це далі дамо слово нашим гостям у студії. Отже, як бачите, не все так погано, як хочеться думати, коли починаєш думати про тарифи, про власні статки тощо. Все по-різному, і це, знаєте, як у тому давньому прислів'ї, кому супчик житковат, кому жемчик мілковат. Давайте все ж таки думати, що не все вимірюється виключно тільки станом нашої кишені. І саме про це зараз я хочу, щоб ми поговорили з нашими гостями. Я пропоную кожному з них по 3 хвилини для того, щоб він сам собі вирішив, як їх розбити на 3 частини. Сказав, що сталося з ним такого, про що він просто хотів би розповісти вам усім. З ним особисто, з країною та зі світом. Я думаю, послухати поважних людей,
звірити своє світовідчуття з ними – це завжди цікаво. Давайте почнемо, напевно, з пана Сімченка. Неожиданно. Было, конечно, год, с одной стороны, достаточно тяжелый, в экономическом смысле тяжелый, но при этом, безусловно, радуют некоторые достижения, которые, могу сказать, вопреки многим объективным причинам, все-таки мы достигли. Это я расцениваю как и свое личное достижение, как достижение своего коллектива, потому что в любом случае наша работа, карьера, это все равно вот наш смысл, цель жизни. И действительно, не без гордости могу заявить о том, что наше предприятие в этом году отработали первый международный контракт, отработали с успехом, о том, что предприятие в этом году стало лидером в отрасли, это тоже многого стоит. Ну, при этом, конечно, наиболее радуют какие-то более, наверное, личные, семейные моменты. Это некоторые достижения там дочки, сына, вот как раз пока сейчас вот мы находимся в эфире, а как раз в этот момент у сына сейчас дебют, он выступает сейчас в Мюнхене в концертной программе, у него тоже небольшое хобби. Вот такие моменты, хобби которые... выступать от Мюнхене. Такие моменты, которые действительно дают немножко какого-то тепла. Что касается каких-то достижений города, тут мне хочется... сейчас, пользуясь правом первого слова, отнимать хлеб у людей, которые это расскажут, наверное, лучше. Что касается достижений в стране, слава богу, что в этом году немножко меньше боевые действия, чем те, которые были в прошлом. То есть это, с одной стороны, можно расценивать как какой-то позитив. Но при этом, конечно же, к сожалению, еще остаются этот очаг, который никак все-таки не разрешится. И все-таки, если говорить глобально, можно много говорить о каких-то междоусобицах, там, Верховной Раде, там, еще что-то, такая суета. Но глобальный вопрос – это все-таки вопрос мира, который вот... как мне кажется, сегодня все-таки тревожит души всех. И как раз в преддверии Нового года, мне кажется, у многих надежды с тем, что, может быть, хоть в следующем году все-таки этот вопрос решится. Спасибо. Ну, я сегодня, думаю, воспользуюсь все-таки своим правом ведущего и правом некое настроением предновогодним. И, думаю, каждому из вас все-таки... создам некоторые неожиданности. Я так понимаю, что два мэра рассчитывали, что как минимум с одного начнут, вторым закончат. Но я думаю, что гораздо интереснее будет вкрапить их, знаете, вот посередине, чтобы они сверкали изнутри. Поэтому я очень хотел бы, чтобы Александр Евгеньевич Демьянов сейчас поделился своими воспоминаниями. Знаете, во-первых, очень хочется порадоваться за то, что в некотором смысле я не угадал прогноз на этот год. Все-таки ожидался он более тяжелым и, неблагополучным для нашей отрасли, потому что вы знаете, что у нас, как ни в какой другой отрасли, ведется борьба комитета Верховной Рады с министерствами. Пока эта междоусобица длилась, у нас была неопределенность, а это хуже всего. Поэтому, конечно, ожидать было мало что. Но, что должен сказать, децентрализация... в таком виде, в каком она происходит сейчас, даже в этом виде, она принесла свои плоды. И я к концу года должен констатировать, что слава Богу, что я ошибся. В этом году колоссальное количество средств было в поступлениях на больницу. И я уже забыл те времена, когда у главного врача болела голова не где достать деньги, а как эффективно их использовать. И этот год показал, что мы не забыли, как это делать, слава Богу. Мы смогли
оправдать надежды и горсовета, и управления, и наших пациентов. В чем это выражается? Выражается в том, что мы начали грандиозное строительство, я не побоюсь этого сказать, слова самого лучшего в будущем травмпункта на юге Украины. Проект на 8 миллионов рассчитан на постройку трехэтажного корпуса. Это очень яркий пример такого доброго взаимодействия власти прежней и нынешней. Передача идеи создания травмпункта и ее подхват нынешней властью, конечно, для нас это показатель того, что не все так горько на Украине. Может быть, в Киеве и бушуют штормы, но на местах присутствует здравый смысл, и, слава Богу, он доминирует. Помимо травмпункта, мы начали ремонт эстакады, которая в прошлом году, вы знаете, не выдержала снегопада. Сейчас она в разгаре перестройки. Мы улучшили, провели капитальный ремонт бомбоубежища. Мы сделали капитальный ремонт пищеблока. Нам удалось поставить окон на 500 000 гривен. Мы провели утепление наших помещений и доставили нашим пациентам радость некоторую пребывания в наших учреждениях. Я не буду перечислять всего оборудования, которое у нас есть. Многие, кто пользуется Фейсбуком, видят наши отчеты. Это и наркозные аппараты, и хирургическое оборудование. Это первый раз за мою практику в медицине, а я работаю 25 лет в больнице скорой помощи, мы первый раз дарим людям форму одежды. Мы никогда еще не могли позволить себе задуматься о наших сотрудниках. И вы не представляете себе, как люди на это реагируют. Дай Бог нам теперь держать и удержать ту планку, которую мы для себя взяли. Я думаю, что основной подарок на Новый год все-таки выражается в сухой цифре статистики. И то, что министерство признало нашу работу и вывело Николаевскую, Тернопольскую область в лидеры по задоволенности населения оказания на первичной ланке и стационарной медопомоги, которое отражено в газете «Ваше здоровье», это тому главная оценка. Я думаю, что со своей задачей на 2016 год мы справились. Теперь главное не потерять темп. Спасибо. Ну вот, знаете, честно, вот я слушаю, ну я так понимаю, вы медик, поэтому 8 миллионов, 500, там 500 000, я думаю, вообще о деньгах говорите или о пенициллине? То есть вот это... Но я, конечно, может быть, непредсказуем, но мне все-таки хочется верить, что я логичен. И поэтому после всех вот этих вот финансово-медицинских миллионов, я думаю, вполне логично услышать самого необычного, самого неправильного в хорошем смысле налоговика Николаевской области. Налоговика, который пришел для того, чтобы помогать предпринимателям. И, насколько я знаю, прекрасно с этим справляется. Дмитрий Прокофьев. Спасибо. Если бы еще в Верховной Раде наши народные депутаты своими законами помогали предпринимателям, вообще было бы замечательно. Ну, что я хочу сказать в привязке к нашей службе. Да? Год действительно был непростой, и мы тоже переживали там за показатели, за доведенные планы, потому что, ну, учитывая там общую ситуацию в стране, там кризис, военные действия на Востоке и так далее. Но, несмотря на это, я хочу поблагодарить всех плательщиков Николаева, Николаевской области, там, Центрального района, Заводского. Вот. Все показатели выполнили, перевыполнили, и это в первую очередь их заслуга. То есть это не наша заслуга, это действительно заслуга наших налогоплательщиков. Что касается положительного момента, вот, о котором Александр сказал, то действительно мы в этом году, как бы там скептически не относились там люди к этому, то децентрализация свои плоды показала. Мы когда проводили там итоговую пресс-конференцию по 9 месяцам, по 12 еще не проводили, то мы увидели, что первый раз действительно там за историю Украины в местный бюджет было собрано значительно больше, там 500 миллионов, только наша инспекция, государственный 500 миллионов. То есть это то, вот, о чем вы как раз и сказали. То есть на местах сейчас реально денег остается больше, и от нашей как бы, власти городской, от каждого распорядителя этих бюджетных денег зависит только то, как эффективно они их используют и потратят, да, для блага города, там, горожан и так далее. В следующем году там как бы эта тенденция она должна сохраниться и даже, опять же, еще увеличиться. Поэтому это, конечно, безусловно, положительный момент, который, ну,
скажем так, надо, ну, учитывать, и спасибо за это, как говорится, нашей там Верховной Раде, правительству и так далее. Вот, что еще? Ну, конечно, хочется, чтобы в конце концов на Востоке закончились все эти действия, потому что они оказывают, конечно, негативное, благоприятное влияние на все, да, и на бизнес, климат, и на инвестиции, и там, и, ну, на все в нашей стране. Поэтому хочется все-таки, чтобы в следующем году это уже в конце концов закончилось, и мы жили спокойно, мирно, и строили нашу Украину там независимой, действительно, и процветающей. Поэтому всех с наступающим Новым годом. И еще раз хочу сказать спасибо всем предпринимателям, всем плательщикам. Я 20 лет занимался бизнесом, 2 года работаю в налоговой. Ну, что это только благодаря им мы это все имеем на сегодняшний день. Спасибо большое. Ну, в принципе, у нас сегодня, конечно, могло бы быть гостей, ну, в 5 раз больше, однако все-таки наше эфирное время ограничено, поэтому мы ограничились вот тем количеством, которое пригласили, просто для того, чтобы, ну, нормально поговорить. Однако нас смотрят, и вот наш бессменный эксперт Игорь Пух пишет: «Ярослав, пожалуйста, от меня лично передай поздравления с наступающим Новым годом всем присутствующим в студии, если будет возможность. Всех уважаю, как профессионалов своего дела. Пусть следующий год для всех будет мирным и благополучным». Ну, вот, собственно говоря, от Игоря поздравления. Он, видите, все-таки с нами и уже нам звонят. Видите, даже не даже еще 3 минут не дождались, а уже звонят и, видимо, что-то хотят сказать. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Я не хочу говорить много о негативе этого года, но хочу поблагодарить Юрия Исаковича. Дорогой вы наш, вы мне так помогли, отремонтировали крышу. У меня 3 детей инвалидов. А вот, Александр Федорович, я вас прошу, в новом году вспомните про мои проблемы. Вы меня должны помнить. И еще хотела попросить директора паровозоремонтного завода, как можно к нему попасть, чтобы он дал свои данные на прием. И, в общем, я хочу вас всех поздравить с наступающим Новым годом, чтобы ваша жизнь была овеяна счастьем, здоровьем и всем тем, что жизнь создает, красивой и полной. Спасибо. Большое спасибо. Ну, вы слышали, у нашей зрительницы 3 детей, поэтому, как я понимаю, 2 ребенку будет ремонтировать крышу Александр Федорович, а 3 Вячеслав Валентинович. Ну что ж, ладно, тогда будем считать, что мячик подали Юрию Исаевичу. Да, я уже отвечу. В любое рабочее время, в будний день, с 8 до 5 приходите на завод, вас примут. Наша зрительница услышала, и будем считать, что это практически обещание новогоднего подарка. Юрий Исаевич, вы уже справились, вам уже бояться нечего, рассказывайте. 3 минуты ваши. Как вы крышу делали? 16-й год, год на год не похож. В любом случае, надо благодарить Бога за то, что этот год прошел, по крайней мере, лучше. И для нашей страны без таких страшных потерь, как, например, 14-й год, без этих трагических событий. И как бы там ни было, есть движение вперед. В этом году ощутилось нормальное взаимопонимание и преемственность людей, которые выиграли выборы в 2015 году. Я имею в виду нашего мэра Александра Федоровича, его команду, которая сейчас там трансформируется, обновляется. Тем не менее, преемственность полностью сохранена. Все хорошие начинания как бы не забыты, не вычеркнуты, продолжаются. Ну, например, капитальный ремонт школы 36. Вот пример, который приводил главный врач больницы скорой медицинской помощи. Масса других примеров. Совершенствование работы над дорожным покрытием. То, что там мы начинали, но не успели закончить, развивается, не отрицается. Есть нормальная, рабочая, взаимоуважительная, хорошая обстановка. Но это всего лишь как бы небольшое движение вперед. На самом деле этот год нам показал луч света в темном царстве. И то, что сейчас является пока еще не всем понятным и модным словом децентрализация, действительно реально начало давать свои серьезные плоды. Что мы, может быть, еще пока не в полной мере,
Может быть, еще каждый человек, обычный, нормальный гражданин, не ощутил в своем кармане. Но это уже чувствуется по большому объему тех вложений, которые делаются в городскую инфраструктуру, что является радостным. По большому счету, мой учитель Чайка Владимир Ильич всегда говорил, какая разница, кто мэр. Самое главное, вот как работать. И говорит, самое большое счастье будет, когда людей на улице будут спрашивать, как фамилия мэра, они знать не будут, потому что все будет работать как часы, и их не будет это интересовать. Наверное, к этому мы когда-нибудь придем. Что порадовало? Да все порадовало. Новое состояние порадовало, возможность развивать всеукраинский большой политический проект, который превратился в мощнейшую политическую партию, порадовало, которую заметили даже в Соединенных Штатах Америки. Возглавлять делегацию с народными депутатами и уважаемыми специалистами и политэкспертами в Вашингтон мне удалось, поэтому как бы и это порадовало. То, что нас знают, порадовало. То, что в аэропорту во Франкфурте на нас, глядя, говорят Russian, no, Ukraine, sorry, well. То есть уже и это радует. Мы идентифицируемся, как украинцы. Мы идентифицируемся и как николаевцы. Это очень хорошо. Ну и самая главная радость в жизни, это что все близкие живы и здоровы, и что внучка уже неплохо, сносно говорит на английском, и что она улыбается, хохочет, и когда она говорит «Привет, дедушка», то самое большое счастье это, так же, как и у каждого наверняка здесь присутствующего. Вот. Потому что, собственно говоря, мы счастливы только тогда, когда нам есть ради кого и для кого жить. Поэтому всем счастья, здоровья, улыбок, все будет хорошо. Спасибо. Ну, поскольку Юрию Исаевичу этот год удается жить для себя, для внучки, для своих детей и для своей семьи, Александру Федоровичу, наоборот, этот год-то, в общем-то, выдался таким, когда ему приходится жить, да, для вашей внучки, да, для вашей дочки и для каждого из нас, то, я думаю, вполне логично послушать те три минуты, за которые Александр Федорович расскажет о себе, о мире и о стране. Скажу откровенно, что в этом году я... Считаю, он прошел хорошо, я думаю, посмотрел на людей, которых брали интервью, и все говорят плохо. Я думаю, что хорошо или плохо, это не абсолютные величины, и они очень относительные. И когда говоришь плохо по сравнению с чем, можно посмотреть на людей, которые переселились сюда с востока, и которым негде жить, они ищут работу и пытаются выжить. Я думаю, что у всех у нас лучше, чем у них дела. Лучше, чем у тех людей, которые живут под обстрелами, лучше, чем у тех людей, которые, охраняя наше с вами спокойствие, сидят в окопах с оружием в грязи и в холоде. Поэтому я думаю, что у меня дела были хорошо. И думаю, что у многих николаевцев они тоже были хорошо. Если, конечно же, сравнивать там состояние дорог николаевских с состоянием дорог той же Америки, в которой недавно был Юрий Исаевич, то можно сказать, что да, состояние дорог у нас плохо. Но лучше, чем в прошлом году. Поэтому могу сказать, что, конечно же, мы ощутили возможность пользоваться деньгами, которые мы здесь зарабатываем, которые не уходят и растворяются неизвестно где в государственном бюджете. Мы смогли запланировать некоторые хорошие проекты на следующий год и на ближайшие годы. Мы смогли реализовать некоторые проекты, которые были ограничены одним годом. В частности, начало проекта по травмопункту для меня был принципиальным, потому что год назад, когда моя жена сломала ногу, мы не смогли попасть в травмпункт, она сама не смогла, мне пришлось ее заносить, потому что там такой спуск сумасшедший, и такие узкие двери, и все такое, и я подумал, что когда я стану мэром, я обязательно превращу это помещение в цивилизованное, я не скажу в хорошее, в комфортное, но в цивилизованное. Многие вещи, которые в этом году появлялись для николаевцев, возможно, они были, скажем, такие обычными. В принципе, в мировых рамках это обычные вещи. Но разве освещение на улице – это роскошь? Это необходимость. Ну и, собственно, освещение – это не просто путь домой, но это и безопасность. В этом году мы установили 1600 новых
точек, светоточек. Скажу, что в этом году мы отремонтировали много дорог, и самое главное, мы построили новые дороги в отдаленных районах, чего раньше не делалось никогда. А именно в Варваровке, в Терновке, в Матвеевке. Ну, по чуть-чуть пытались, но все в рамках бюджета. То же, что касается распределения бюджета, то мое личное мнение, что надо не помнить о дорогах, но не забывайте о соцсфере. Собственно, потому что город — это не просто город дорог и домов, это город людей. И человеческий потенциал — это самое ценное, что есть в Николаеве. На сегодняшний день самое ценное, что здесь есть, это люди. Заводов уже практически не осталось у нас рабочих. Есть Зарямаш-проект, есть небольшие заводы, в том числе и тепловозоремонтный завод, и другие люди, которые, ну, пытаются что-то создать своими руками из ничего и в то сложное время. Поэтому люди и в следующем году те деньги, которые, ну, скажем так, удалось распределять вот мне в качестве главы исполнительной власти, все эти деньги были распределены в основном на соцсферу, то есть медицину, образование, культуру и так далее. Значит, дело в том, что важно, люди, да, то есть правильно вспомнили про халаты. Я бы еще хотел вспомнить про мягкий инвентарь, про подушки, матрасы и так далее. То, что людям просто в больницах необходимо, можно оказать качественный сервис, можно дать хорошие медикаменты, но если человек лежит на старом желтом матрасе и на вонючей подушке, он выйдет оттуда из учреждения и скажет: мне было плохо там. Да, хотя почему? Вроде же все было нормально. Вот, поэтому впереди большая работа. Я думаю, что человек устроен так, что все, что хорошее для него, у него появляется, он воспринимает как должное. А плохое как кару, как за что, я же не такой плохой. Поэтому думаю, что в следующем году нам нужно быть всем немножко добрее, немножко лучше, чем мы были в этом году, и все у нас тогда получится. Спасибо. Ну, поскольку вы тут рассказывали о разных заводах, ну, совершенно почему-то, глядя на Сергея Бурковца, не упомянули о его детище. Я думаю, что прежде чем мы дадим слово нашему зрителю, мы все-таки послушаем 3 минуты Сергея Бурковца, который, кстати, единственный человек, который вот на моей памяти, выступая у нас в эфире, не побоялся сказать: слушайте, ребята, хватит называть город Николаев городом корабелов. Хватит врать про то, что здесь возродится былая слава кораблестроителей, которые тут строили авианосцы. Все будет по-другому. И давайте приспосабливаться к обстоятельствам и жить не фантазиями, а реальностями. Я считаю, что, знаете, путь к выздоровлению – это признание болезни. Сергей сделал честно, в отличие от очень многих из тех, кто тут приезжал у нас, помните, сколько у нас было всяких фантазеров на тему различных программ по спасению судостроения, он сказал о том, что нужно рассчитывать на самих себя, и, собственно говоря, именно этим он и занимается. Сережа, ваши 3 минуты. Ну, собственно, 16-й год для меня лично такой, наверное, один из самых счастливых, потому что я стал второй раз отцом, и у меня родился прекрасный сынок, который каждый вечер и каждый день меня радует. Это, наверное, одно из самых последних счастливых таких моментов. Что касается в производственном плане, то, наверное, основная заслуга нашей команды – это то, что мы не сократили ни одного рабочего места. То есть у нас штат работников остался на прежнем уровне, даже мы несколько людей уже и новых приняли в наш коллектив. Из позитивного тоже хотелось бы отметить то, что мы продолжаем работу над ошибками, продолжаем работу в освоении новых проектов, и под конец года все-таки у нас выстрелил новый проект, такое незнакомое судно для нас, такого нового класса, уже чуть больше размерения, и это тоже очень интересно, это очень так поучительно. Хотелось бы в этом году отметить в стране изменения такие, как вот система Прозора заработала, и мы видим, что это уже реальные реформы. И рынок, который был ранее нам недоступен, это соседние регионы Ильичевск, Южный, Одесса. Мы уже участвуем как нормальные игроки, и есть доступ до публичных закупивель. Это одна из
таких реформаторских новшеств. Также хотелось бы отметить выступление наших паралимпийцев на Олимпиаде. Это такая наша гордость и уважение на весь мир о том, что наши ребята завоевали очень достойно количество наград. Вот. Также хотелось бы отметить, чтобы меньше стало потерь. Хотелось бы их, конечно, вообще, чтобы этот конфликт уже был заморожен. Вот. Пожелать нам всем, вот правильно, наверное, Александр Федорович говорит о том, что все плохо, не стоит об этом говорить, что все плохо. Потому что если, вот, например, понимать и все время слышать, что плохо, наверное, так оно будет так и случаться. Мы, наоборот, должны быть, у нас все хорошо, и у нас, в принципе, отличный город, который много специалистов, много людей, которые хотят менять город. И в этой связи хотелось бы тоже попросить Александра Федоровича, пользуясь случаем, побольше, наверное, все-таки обращать внимание на специалистов и привлекать реальных, нормальных людей для, в свою команду и делать наш город краше и безопаснее. Спасибо. Я думаю, что, возможно, еще парочка предновогодних чудес случится у нас прямо в студии. Александр Федорович вот возьмет и привлечет, например, вас, Сергей. А пока он думает о том, как бы это поэлегантнее сделать, давайте послушаем звонок нашего зрителя. Говорите вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Ведущего и присутствующих поздравляю с наступающим Новым годом. Спасибо за вашу передачу. Ну и лучшие люди, им всего хорошего. За исключением нашего присутствующего мэра, который грубо нарушил конституционные права моего доверителя Сорокина Александра Ивановны, которая проживает за улицей Южной, 21. Вдова ветерана войны, заслуженный, говорится, имеет заслуги перед государством, орден Красной Звезды Отечественной второй степени, грубым порядком нарушил ее право на получение льгот, которые предусмотрены законом о социальной защите ветеранов войны. И обещание свое дано на личном моем приеме не сдержал. Благодаря, конечно, Сергею Николаевичу Бондаренко, пусть он его поцелует в одно место. И вопрос ему, когда он восстановит права Сорокина Александра Ивановны. Ну а всех остальных с наступающим годом. Спасибо. Это мне напоминает старый анекдот, когда женщина в летах отправляет телеграмму на почте и говорит, так диктует, пожалуйста, деточка, я тут плохо вижу, в очков не взяла, запиши, пожалуйста, поздравляю с Новым годом, дочечку Светочку, сыночка Сереженьку, внучечка Ванечку, братика его Коля. Говорю, слушайте, да, ну что вы деньги-то тратите, напишите просто, поздравляю всех, вы что, а зять? Вот, ну, приблизительно так же, я так понимаю, нас поздравил вот наш зритель, однако, Александр Федорович, у вас есть минута, чтобы ему ответить. Ну, на самом деле, господина Сорокина или, ну, там есть такой интересный момент, там у доверителя и у женщины это очень похожая фамилия, и он очень сильно переживает за ее ремонт ее дома. На самом деле, к сожалению, бюджетные средства распределяются по некоторым правилам, и ремонт в частном доме у ветерана войны можно сделать исключительно за средства, которые доводятся из государственного бюджета, а не из местного. Ну, такие правила. Поэтому, к сожалению, мы подавали запрос, я исполнил свое обещание, и мы действительно подали запрос для того, чтобы получить субвенцию, выделение денег специальную, адресную для получения на этот дом, но мы ее не получили. Поэтому снять там, допустим, с какой-то школы, из медучреждения для того, чтобы починить дом, я просто не мог по закону, потому что ну, это запрещено и это уголовно наказуемо. Поэтому ему доброго здоровья. Я думаю, что ему стоит найти лучшую работу и помочь, если он так искренне переживает за эту женщину, пойти найти, заработать денег и вложить в ремонт этой квартиры. Это будет намного лучше, чем ходить и возмущаться и государством, президентом, мэром и всеми остальными. И продолжать названивать на все эфиры, чтобы напомнить мне о том, какой я негодяй.
Спасибо. Ну, поскольку шла речь о том, что у нас замечательный город, то кому, как не нашей сладкой парочке Юрию Любарову и Александру Пранкевичу, которые уже просто, можно сказать, зубы съели, причем в буквальном смысле, поскольку последний сезон «Города и знаков» был посвящен у нас именно, именно кулинарному Николаеву, которые съели зубы на николаевской теме, поговорить об этом. Слушайте, господа, целых 6 минут, можете даже сплясать. Юрий Любаров. Я начну. В прошлом году, знаете, если на самом деле там разделить, да, там жизнь во мне, в стране и вовне, вот, то, честно говоря, вот то, что находится сильно вовне, да, страны и вовне меня, и вовне моего города, меня это, честно говоря, очень, ну, мало волнует, если это не касается моих близких, которые живут очень далеко. На самом деле жизнь в стране, в городе и лично во мне волнует меня очень сильно. Поэтому, если я скажу, что все в этом году у меня было хорошо, то все подумают, что я хвастаюсь, и скажу, что все было плохо, подумают, что я прибедняюсь. Поэтому я скажу, что в этом году у меня была масса хорошего. Прежде всего, это то, что я уже, вот, спасибо Юрию Исаевичу, я уже какой год живу в сказке. Поэтому я в ней продолжаю жить, продолжаю что-то как бы там делать. И вот благодаря, действительно, не знаю, там, децентрализации или, может быть, там, каким-то другим факторам, но в 2016 году на культуру и на медицину, как я понимаю, тоже были выделены деньги. Они были реально выделены. И хорошо это или плохо, но мы, нам, нашему учреждению детский городок «Сказка» удалось что-то сделать. Как бы за бюджетные деньги, за деньги горожан, за деньги налогоплательщиков. Но при этом, открыв двери всем, кто хочет что-то хорошее сделать, мы обрели массу друзей, которые сделали это за свои деньги. Вот Вячеслав Валентинович, вас нельзя называть, назвали вот директором паровоза ремонтного завода. Хотя вы паровоз-то один отремонтировали, но очень знаковый. Вот. Вот кстати, у нас дебют был, я забыл. В этом году мы сделали музыкальный дебют. Вот, мы спели песню с Вячеславом Валентиновичем, такую веселую 1 апреля. Нет, в сказке. Нет, после этого в Мюнхен позвали не Вячеслава Валентиновича, а его сына. Да. Вот пришла Аля Финкова и сделала подарок в сказку. Пришел Аркадий Добогян, отремонтировал солнечные часы. То есть не обязательно, ну, как бы делать все самому. Достаточно просто распахнуть двери и пригласить друзей. И вот то, что за этот год количество людей, которые хотят помогать, хотят делать свой вклад в общее красивое дело, не только в армию, да, армия, война, волонтерство, это... Первое, да, как бы, что подстегнуло всех, что сделало нас, ну, активными людьми. Мы начали помогать этому. К сожалению, война продолжается, и это вот самая большая проблема. Если в следующем году война остановится, я надеюсь, что так и будет, то меньше будет причин и у власти налогами и законами, которыми мы недовольны реально. У них будет меньше причин, ну, как бы, там, оправдываться и списывать на войну. Поэтому я хочу только одного, чтобы в следующем году в стране был мир, а в нашем городе были друзья и возможность хорошо жить. Ну, сказочная атмосфера. Да. Вы, собственно говоря, с Александром Викторовичем могли бы просто, знаете, Петров, скажи, да, это верно, вот приблизительно так вот беседовать, поэтому Александр Викторович просто должен вписаться сразу плавно, подхватить последнее слово Юрия Любарова. Вписаться, не вписаться, но буду немножко стараться... развивать некоторые идеи. Можно я по плану, вот, который был начертан? Пожалуйста. Да, говоря, может быть, вы будете единственным, кто следует моему плану? Да, от частного к общему. Да, что касается лично меня, то я могу сказать, что этот год был вполне удачным, даже одним из самых удачных, может быть, в моей жизни, потому что, ну, у меня родился внучок, и это все как бы сразу меняет. Вот творческие задачи, которые передо мной лично, вот я сам ставил, я все выполнил. И даже мне получилось, что как бы перевыполнил то, что у меня действительно были серьезные выступления в Мадриде, и в Берлине, где я реально выступаю как уже как исследователь, который это... Книги хорошие, все это было сделано. Я думаю, что в творческом плане развития меня как
телевизионного ведущего, да, новое качество какое-то, наконец-то я понял, что я могу нормально, не бояться камеры, между прочим, это большое достижение. Вот, здесь нету никого, представляющего МВД, поэтому я бы не, на вашем месте не был столь уверен в этом заявлении. Там не МВД, там Фрейд, там другие. Далее, немножко расширяя круг, я хочу сказать, что я считаю, что очень достаточно удачно, можно даже сказать, очень удачно был для университета, в котором я работаю. Это не имеет отношения к передаче «Город и знаки», но я все-таки, у меня есть другая жизнь еще, да, то есть я в этом году начал работать в Национальном университете, и открытие специальности медицины, как бы к этому ни относились, это просто переводит вообще все николаевское образование и все, что с нами, в другое измерение. Это, ну, я не принимал участие в открытии этой специальности, но стоял рядом, и разные случаи были. Значит, да, и сейчас рядом. Что касается города, то я хочу сказать, что, конечно, трудно все идет, но вот Александр Федорович любит иногда говорить о жлобстве николаевцев, но жлобство становится меньше. Это болезненный процесс, изживается тяжело. Но, знаете, как-то люди все-таки начинают сознавать, что это их город. Ну, это могу судить хотя бы по жизни в своем подъезде. Вот я понимаю, что у нас поменяли окна, в подъезде стеклопакеты поставили, да? То есть водопровод постоянно ремонтируют, крышу. То есть это ОСМД называется, да? То есть это очень хорошо, значит, создаются такие условия, что люди сами, извините, за собой убирают кокуни, это вперед. Такой прорыв медленно, это безумно медленно. Ну и переходя на уровень страны, потому что о мире я как бы, наверное, у меня времени нет. Вот, я хочу сказать, что главное достижение Украины в том, что она взрослеет. Это очень тяжелый процесс. Переход из подросткового возраста в стадию взросления сопровождается, сейчас психолог расскажет, какие это бывают истории, да, то есть, ну, это с нашей страной происходит, но главное, что это рост, вот, и вот о мире в следующий раз скажу. Спасибо. Ну, вот я знаю, что случилось у Александры Финьковой, она даже беременная, причем очень сильно беременная, ходила на наши передачи сюда, а теперь ходит уже совсем не беременная. Вот, поэтому это, наверное, главное, что произошло с ней в жизни. И вы знаете, вот Александр Викторович говорил о том, что, ну, вы там не думайте, я еще и в университете работаю. Я вспомнил слова одного раввина, который сказал, что синагога по-еврейски это «бет ха-кнесет», то есть это «дом собраний». То есть как бы вся жизнь евреев происходит здесь, но только не время от времени еще выскакивают на работу. Поэтому, честно говоря, мне очень приятно знать, что практически вот жизнь каждого из вас в значительной степени проходит он тут у нас, на студии. Вы уже действительно стали родными всем нам, и Александра Финькова отнюдь не исключение. Мне кажется, что она в роддом тоже поехала прямо с нашей передачи. Ах, оставьте, это вот это вас отхожий промысел. Александра Финькова, пожалуйста. Конечно, совершенно прав. Самое классное, что в этом году со мной случилось, это то, что родился мой севушка. А старший стал таким мужчиной. Я ждала этого, я верила в этом не сомневалась. Но когда видишь, как твое дитя, как мальчик становится мужчиной, расцветает, становится роскошным, это класс. Ну и, конечно, пупсятинка совсем мелкая, это безусловное счастье ежедневное, ежеминутное. Это то, что в моей внутренней такой самой близкой, да, самом маленьком кругу. Еще сейчас, когда сидела, вспоминала, поняла, что мы за этот год посадили больше 50 больших растений и какое-то совершенно несметное количество мелочи, там всяких тюльпанчиков, гиацинтиков, всякого разного, и теперь есть маленькое пятнышко красоты в городе наше, которое нас радует и которое видят другие люди, это тоже такой, ну, приятная мелочь, которая доставляет радость и добавляет радости в жизни. По стране, вот буквально вчера, ура, выстрелил, сработал то, над чем два года Диана Петрини и ее единомышленники, ее команда работали, и Кабмин подписал постановление, и прошла институционная, просто сумасшедшая, единственная, по-моему, такая мощная реформа по питанию в армии. Теперь все вообще иначе, все совсем иначе, вообще закончился совок и началась цивилизация. Это радует безумно и радует, потому что я видела, сколько
То есть радует еще и тем, что я видела, сколько души, сколько сил, сколько нервов, сколько жизни было положено этими волонтерами, которые бросили все и поехали в Киев для того, чтобы выстрелило, для того, чтобы сработало. И ура, получилось. Поэтому с этим я поздравляю нас всех. А в том, что в мире, если вот отодвинуться от ну, такого черного юмора, врагов становится меньше физически, и это хорошо, и посмотреть ну, так, чуть подальше, сумасшедший бум технологий, электрокары, Тесла, автопилоты в автомобилях. То есть мы сейчас живем, наблюдая то, что еще недавно читали в фантастических романах, и находиться в эпицентре. Мы не можем полностью в это нырнуть, потому что в стране война, и очень многое отдается туда. Но я верю в то, что вот-вот мы победим. Я весь Майдан говорила, скоро мы допобедим. И допобедили. Теперь я в этой украино-русской войне говорю, скоро мы допобедим, и мы скоро допобедим. И тогда я уверена, что наша страна, богатая интеллектом, богатая смелостью, богатая людьми, которые готовы экспериментировать, рисковать и добиваться своего, в эту технологическую волну впрыгнет и победит. Спасибо. Комментарии наших зрителей, которых, поверьте, очень много, они делятся как бы на две категории. Одни пишут, ну классно, молодцы, действительно, наконец-то вот говорят о чем-то хорошем, светлом. Мнение всех остальных можно свести к такому старому одесскому анекдоту. В Одессе прошел дождь, и над Одессой стала огромная такая яркая, красивая радуга. Выходит старый одессит, смотрит это, говорит, ха, ну конечно, на это у них деньги находятся. Вот. Так что часть наших зрителей воспринимает наши рассказы о хорошем приблизительно так. Но именно для них я предлагаю сюжет Федора Бондара, который поговорит о плохом за этот год. Но в манере Феди. Пожалуйста. Миколаївські громадські активісти цього року довели, що здатні і губернатора зняти, і за конкурсами на заміщення вакантних посад вміють професійно простежити. Мабуть, новим головою облдержадміністрації ми також їм завдячуємо. А ось щодо переатестованої та й новоствореної патрульної поліції, злі язики кажуть, що недогледіли саме активісти. Відтак, хулігани-мажори зухвало знущаються з перехожих та самих стражів правопорядку. Ми всі ліві. Вас 18 чоловік, не могло положити 3. 3. 18. Ви всі ліві. Ліві. Як вас всіх прийняли? При цьому деякі поліціянти, виявляється, здатні не лише невинуватого покласти обличчям в землю, але й з легкістю вбити, як було у Кривому озері. Цей рік став періодом невпинних перемог над корупцією. І хоча їй про це поки що не повідомили, маємо чим пишатися. Приклади? Ну, ось, наприклад, перший заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації Романчук затриманий на гарячому. При отриманні хабаря у 90 тисяч доларів. Бачите? Затриманий на гарячому. Що? Не на гарячому? Але ж помічник його буде сидіти. І президент каже, не простежив губернатор Мерікл за своїм першим заступником, мусить і сам іти з посади. Що кажете? Романчука не посадили? Недостатньо доказів корупційних дій. Ну, хай там як, це окремий випадок, на загальну тенденцію ефективної боротьби з корупцією він не впливає. І взагалі, можливо, слідчим та суддям стало соромно саджати за грати людину, яка начебто мала отримати якихось 90 тисяч доларів, в той час як вітчизняні чиновники та депутати різних рівнів демонструють незрівнянно більші статки готівкою. Нехай, припустимо, вони свої десятки і сотні мільйонів гривень тримають вдома, а раптом десь на виїзді когось із них перестрінуть борці з корупцією, бодай з часткою заробленого тяжкою працею. Що ж, і такого хабарником називати? А як же презумпція невинуватості? Зрештою, лише один з 11 задекларованих наручних годинників харківського міського голови Геннадія Кернеса коштує більше, ніж начебто мав отримати Романчук. Одним з головних досягнень обласного рівня цього року стало підтвердження того, що найвищий представницький орган Миколаївщини абсолютно незалежний. В тому числі, принаймні, значна частина депутатів незалежні від логіки, моралі, честі і совісті нашої епохи, від закону та відповідальності, наприклад, за прямі погрози голові обласної ради. А ще депутати здебільшого витончено незалежні від найзаповітніших прагнень своїх виборців. Хіба можна розглядати якісь питання, хоч 100 разів термінові і важливі для обласної громади, якщо в сесійній залі кількадесят людей тиснуть на депутата, котрому вистачило сміливості погрожувати жінці?
А те, що керувати голосуваннями вдавалося персонажу, схожому на відомого кримінального авторитета, це ж незалежність, правда? Це тільки бізнес. Щоправда, представника президентської фракції за такий скандал чекало неминуче покарання. І таки дійсно, півроку не минуло, як він перестав бути членом фракції БПП. Щоправда, найважливішу комісію облради продовжує очолювати. Імовірно, так само просто бізнесом є і злиття в екстазі під час голосувань двох фракцій непримиренних друзів, тобто нерозлив вода ворогів. Ну, ви зрозуміли, яких фракцій спільні голосування демонстрували те, що ідеологія – це винятково передвиборча категорія. Не пасе задніх у цьому відношенні і Миколаївська міська рада. Побоювання демократичної громадськості з приводу майже половини голосів у руках представників опозиційного блоку рік тому спочатку змінилися радістю, коли вдавалося голосувати спільно трьом іншим фракціям, незважаючи на прогули опоблоківців. Але недовго музика грала на вулиці прибічників демократичного вибору. Минуло менше року, і серед заступників міського голови з'являється опозиціонер, а за відчутне збільшення штату міських чиновників голосують в єдиному пориві «Опоблок» та «Самопоміч». Мабуть, готують якийсь надзвичайно приємний сюрприз для містян. Має ж бути така-сяка людська логіка у подібному кроці. Це ж все для людей. Отже, це невеселі підсумки року, які Сергій Федір Бондар підвів у своїй традиційній саркастичній манері. І я думаю, що зараз по хвилині кожен з нас, з наших учасників, може взяти для того, щоб прокоментувати цей сюжет. Будь ласка, Олександр Євгенович, ви так поважно киваєте, що я думаю, що вам таки напевно є що сказати. Ну, негатив, знаете как, не познаешь добра, если ты не знаешь зло, да, как говорят. То есть нам надо что-то с чем-то сравнивать. Естественно, есть моменты года, которые нам дались трудом. И я должен сказать, что до сих пор вот для нас самый больной вопрос, когда мы тоже оказались на шпалтах, да, БСМП, когда поднялся вопрос о металлоимплантах у нас в больнице. Но до сих пор эта программа, этот вопрос и эта проблема не решена на государственном уровне. Конечно, то, что мы попытались сделать в этом году, это, ну скажем так, планка для всей Украины. Мы первые в Украине отказались от благотворительных фондов. Хорошо это или плохо? Да, нам стало тяжелее с бюджетом. Но знаете, что самое важное? Не неопределенность, а знание того, что будет дальше. И разъяснение этого нам, в принципе, позволило более легко перенести эту, ну скажем так, потерю дополнительного финансирования лечебных учреждений и задать нам, ну скажем так, реализацию менеджерских каких-то идей и становление коллективов на коммерческие русла, да, то, что от нас сейчас требует министерство, автоматизацию так называемых лечебных учреждений, да, мы будем развивать рекламу, да, мы будем делать то, что привлечет пациентов к нам в больнице. Поэтому хорошо или плохо, что так произошло? Я думаю, что на ошибках учатся. Лучше, конечно, учиться на чужих ошибках, но свои добавляют много опыта. Поэтому слава Богу, что у нас есть и такие моменты, на которых надо учиться. И слава Богу, что наша нация умеет учиться на своих ошибках и делает из них правильные выводы и уроки. Спасибо. Как пел Александр Дольский, враг меня работать учит, он надежнее слуги, нет друзей, вернее, лучше, чем заклятые враги. Александр Федорович, расскажите о ваших любимых негативах в течение минуты. Дело в том, что я, честно говоря, к любому негативу отношусь просто как что не убивает, делает нас сильнее. Ну, как бы вот тут последняя фраза о том, что вот там увеличен штат, ужас. Я не вижу в этом ничего ужасного. Ну, если немножко пошутить, то можно сказать, что мы создали дополнительные рабочие места. Если говорить серьезно, то я еще раз повторюсь, для тех, кто за словом «увеличить штат» не видит, как бы не видел предшествия этому. А именно то, что сейчас очень многие в ходе той самой децентрализации, когда у нас что-то, нам что-то дают,
то у нас что-то и забирают. Или нам чего-то добавляют на финансирование. Нам добавили функции Министерства юстиции. Мы занимаемся регистрацией, мы занимаемся паспортами, пропиской и прочее, и прочее. Кто этим будет делать? Дворники и охранники заниматься в свободное от работы времени отработали 8 часов и потом пошли на следующие сутки работать администраторами. Это должны быть дополнительные люди. Это должны быть дополнительные рабочие места. Если мы говорим об улучшении работы наших направлений, ну, скажем так, архитектуры, все мы видим, какие у нас проблемы с землей, с архитектурой и с прочими направлениями, мы должны увеличить количество людей, а потом убрать тех, которые делают одну и ту же работу во всех управлениях. Это мы собираемся делать следующим шагом. Поэтому, ну, и самое главное о том, что это сервисные люди. Власть – это не просто какие-то караеды или какая-то моль, которая приносит пачки денег, и они их пожирают, эти деньги. Да? То есть им занесли в кабинет, на, ешь. И они эти деньги раз-раз-раз съели в виде зарплаты. Это люди, которые оказывают сервисные функции. И эти люди должны не просто сидеть на работе с 8 утра до 8 вечера, ненавидеть свою работу и ненавидеть своих людей, которые к ним приходят. Это люди должны находиться в условиях, чтобы рабочий день у них был 8 часов, чтобы они к ним приходили, люди, они не хамили, они должны быть спокойны и профессиональны. Поэтому то, что увеличивается штат, я не вижу в этом ничего страшного. Все мы знали про то, что там мэр Нью-Йорка управляет при помощи 40 чиновников Нью-Йорка, но это на самом деле 40 тех самых замов, которые можно представить, что есть, вот у меня их сегодня, на сегодняшний день 7. А, то есть мы еще в начале большого пути. Нет, но если вы будет такое количество населения, и кроме того, самое главное, все очень просто, ведь проверить, отличается ли наш Николаев от других городов в пропорции. Есть количество населения, есть количество людей, которые заняты. На сегодняшний день мы многие функции, которые были в коммунальных предприятиях, то есть, как, например, коммунальное предприятие, капитальное строительство, мы сделали управлением. Оно перестало быть коммунальным предприятием, но оно стало управлением, и поэтому стало увеличилось и зашло в штатную численность. Но это не означает, что его до этого не было. Там были эти же самые люди, просто они стали считаться по-другому. Поэтому во всем должна быть логика. Логика и в этом тоже есть. Логика есть и в дальнейшей оптимизации и проведении внедрения электронного документа оборота, чтобы уменьшать количество там клерков, бегающие между кабинетами. Но мы на пути больших изменений. И когда меня критикуют люди, которые 20 лет сидели в городском совете и все время рассказывают, как нужно делать, и ни разу этого не сделали, я это воспринимаю, ну, не столько как критику, сколько как, значит, мы идем по правильному пути. Значит, все будет хорошо, и все мы, в конце нас ждет победа. Спасибо, Юрий Александрович. Каждый раз, когда я думаю о вас как о государственном деятеле местного масштаба, теперь уже не только местного, уже практически американского, я вспоминаю... Да, ну, всеукраинское — это мелочи, ну, вы же в Америке представляете Украину. Я вспоминаю страну Муравию Твардовского, помните, вы как филолог оцените, мой старый дед Матвей Багров, нас, молодых бордрей, 17 пережил Попову, 4 царей. Я думаю, что когда Александр Федорович говорил о тех, кто по 20 лет сидел в городском совете, он где-то так подавал мячик вам, и поскольку Александр Федорович явно злоупотребил той минутой, которая была ему отведена, я вам честно отвожу 2 минуты на то, чтобы продолжить рассказ о любимых негативах человека, который знает, как никто другой, что же происходит в городском совете правильно, неправильно, и как оно должно происходить. Самый большой для меня негатив случился 2 секунды назад. Вы процитировали Твардовского, как бы апеллируя ко мне, сказали: мой старый дед. Спасибо вам большое за это. Нет, вы молодой дед, и к тому же не мой. Ну, как вам сказать, для того, чтобы ощутить позитив, надо понимать и ощущать болезненный негатив. Иначе ни один человек не ценит здоровье, пока не понимает, насколько оно болезненно, когда вдруг случается какая-то беда. Никто не понимает значимость доктора, хирурга, терапевта или кого-либо другого, пока не обратился к нему с какой-то проблемой, и он эту проблему тебе не излечил. Никто не понимает, знаете, как говорят, и универ все так. В чем толку не поймут, то все для них пустяк. Как бы мы очень молодое государство. Очень молодое. Мы все время находимся в очень сложном временном коротком отрезке различной векторности. Мы в течение нескольких лет шарахались то вправо, то влево.
Мы двигались то в одну сторону, то в другую. Мы избирали одну государственную медаль, вторую, третью и так далее. Но это же не способствовало прогрессу. Никак. Люди, в принципе, хотят ощутить, прежде всего, какое-то маленькое улучшение, облегчение для себя. Вот сколько бы реформ не проводилось, пока персонально человек не ощутит, что ему где-то стало лучше, где-то стало легче, вот. Он не оценит тот титанический труд, о котором сейчас говорил и городской голова, и другие уважаемые коллеги, которые сейчас сидят в этой студии. Негатив был разный. Самый большой у меня был негатив, когда я совершенно случайно упал, получил травму, и самый большой был позитив, когда доктор, которого министр здравоохранения сказал, каждый украинец должен найти себе доктора, я уже нашел, вот он сидит сзади, Александр, вот, оказал мне очень высококвалифицированную, оперативную, реально первую помощь. Поэтому... И вправил челюсть. Александр Федорович, не надейтесь. Александр Федорович получает свои 30 секунд, которые достались ему в результате страстных жестов, которые он мне делал во время выступления Юрия Исаевича. Пожалуйста, пользуйтесь. В любом случае, я хотел просто, согласиться с Юрием Исаевичем, что негатив, ведь он на самом деле, ну, сравнивать его нужно с тем, кто получает другие люди негатив. То есть, если ты здоров, если ты можешь идти работать и видеть свою семью, ну, слава Богу, значит, у тебя есть позитив в жизни. Поэтому только исключительно со стороны поддержки, из-за того, что звонок у нас, я это увидел просто. А, хорошо, понятно. То есть эти жесты... Мы пожмем в эфире друг другу руку. Все смотрите. Пожалуйста, крупный план. Так, режиссер не успел, зато мы успеем послушать нашего зрителя. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. Владимир Владимирович, я с Казакива. Юрий Александрович, наша команда попала в одну из финалов по футболу. Это болезнь вас беспокоит. Помните, да? Приходите, я вас приглашаю. Второй позитив, это... Ничего не слышно. Попробуйте еще разок нам позвонить, мы обязательно дадим вам возможность высказаться. Спасибо большое за приглашение, мы очень радуемся за тот успех, который вы получили, и нам скажет там оператор более подробно, о чем мы говорим. Хорошо, спасибо. Ну, я думаю, что если до нас еще раз зазвонятся, мы обязательно дадим эфир, дадим возможность выйти в эфир. А сейчас, ну, опять же, ну, у нас Александра Финькова ходит для того, чтобы ставить диагнозы. И коль скоро мы опять заговорили о негативе, о всяких сложностях, неприятностях, я понимаю, что это у нас такой виток депрессии, возможно, сезонный. Или, может, я ошибаюсь, может, это просто навеяло. Так, секундочку, до нас, кажется, дозвонились. Давайте послушаем. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Спасибо. И хотел задать вопрос Александру Сенкевичу и пожелать. У нас на улице 2-й экипажной и 3-й военной убрать будкоград от больницы номер 1 в следующем году. Все, до свидания. Спасибо. Ну, Александр Федорович, ваша минута на ответ. Ну, очень емко, действительно, многое приходится убирать после предшественников. Мы постараемся привести в порядок. Сегодняшний день разрабатывается комплексная схема, то, что нужно было уже давным-давно сделать. Заказали эту схему у специалистов, разработали техническое задание. Схема вот расстановки этих временных сооружений. По моему мнению, они в городе появились как дань плохому экономическому состоянию в нашем городе, как дань тому, что людям нужно выживать, разработать. Конечно, я против того, что там есть, ну, скажем, бизнесмены, которые не хотят, имея достаточное количество денег, допустим, выкупать первые квартиры на первом этаже и обустраивать их под нежилые помещения, пользуются тем, что, ну, имеют там сотни этих будок, потому что их трудно назвать киосками, там они не предназначены для работы в человеческих условиях. Ну и так используют человеческий труд, нелегально там устраивая людей, которые там нелегально работают и страдают в этих будках. Поэтому, конечно же, мы будем целенаправленно этим заниматься, но, к сожалению,
должен констатировать факт, что многие из этих временных переносных сооружений, пересувных, тимчасовые пересувные споруды, находятся на законных условиях, им законно выделены сервитуты, земля в аренде на, там, на 10-20 лет. И нужно задать вопрос этим депутатам, опять же, которые три раза голосовали за эти, за продление земли, аренды земли этим сооружением, о том, когда они возмущаются, когда это закончится и когда будет разработана схема. Вот. И все, вот мой ответ. Спасибо. А вот зрительница пишет: главное, чувствуется искренняя гордость за себя, за город, за достижения. Этого очень не хватает иногда. Так что, видите, не зря мы все-таки делимся позитивами. Похоже, все-таки повезло кому-то на нас еще раз дозвониться. Давайте послушаем, что хочет сказать наш зритель. Говорите. Это я. Добрый вечер. Позитив мы создали, это, ну, с наступающим Новым годом всех. Вот. Мы создали, наконец, этот АСНД, называется «Лазурный дворик». И еще самое главное для меня, как любителю природы и садоводства, возле Тавры посадили целый лес сосен крымских. Спасибо тот, кто это все сделал и придумал. Всех благ. И сумуйте бережить себя. Большое спасибо. Ну, видите, вот и зрители нам звонят не только для того, чтобы пожаловаться на текущие крыши, а Александра Финькова, я думаю, уже готова с диагнозом, анамнезом и эпикризом. Пожалуйста, Александра Вадимовна. А уже решайте. Если бы ко мне на консультацию пришел человек, я бы, конечно, начала со стандарта для психолога, что нет ничего хорошего, нет ничего плохого, есть твои оценки, они субъективные. Ну и дальше, собственно, что... Что именно тебя заставляет чувствовать себя так или иначе? Если говорить о том, в чем мне некомфортно, при том, что я вообще люблю жизнь принимать такой, какая она есть, и люблю наблюдать за тем, как все движется все равно к тому, как будет хорошо, но все равно некомфортно. Некомфортно то, что стираются грани между добром и злом. Вот это некомфортно. Хотелось, чтобы грани сохранялись, и имена раздавались и оставались своими. Они стираются. Ну, ничего, я буду считать, что это путь. Просто еще один из шагов, чтобы дальше было окончательно понятно, что нельзя стирать эти грани, то лучше было идти сразу прямо. Ну, Александра, я думаю, что все-таки вот действительно очень философская проблема. Вот, например, некоторые считают встречу депутата Федора Барна с несколькими Дедами Морозами за некоторое время до Нового года абсолютным добром. Федор Барна, я думаю, с ними не согласится. Скажите, пожалуйста, вот как здесь провести границу? Она цветная. Границу для чего? Между добром и злом, которое стирается. Мы же не знаем, сколько плохих мальчиков загадали желание плохих мальчиков. Это же надо узнать предысторию. Нет, ну я думаю, что все-таки, может быть, это есть некое... Может быть, это некое подтверждение того, что Божьи жернова мелят не только верно, но иногда еще и достаточно быстро. Граница проведена. Она называется закон. Она написана для каждого гражданина, живущего в этой стране. Тот, кто нарушает закон, какими бы благими намерениями он не руководствовался, это зло. Тот, кто по закону наказывает другого человека за неправедные действия, тот творит добро. Когда закон будет верховенствовать над всем, тогда можно будет сказать, что Александра, то, что она делала на Майдане, она делала во благо и во имя именно этого. И за это все и борются. Почему? Охранять надо всех и наказывать всех согласно соответствующих. Не, Ирисович, я говорю немножко не. Я знаю, о чем вы говорите. Вы говорили немножко не о том, но у вас, Александра Вадимовна, не будет в следующем году избирательной кампании. Юрий Исаевич ее уже начал. Психиатром она вашим будет. Вячеслав Валентинович, давайте расскажите мне о том, что вас разочаровало в этом году. Закон и мораль, это немножко разные вещи. Опять же, если следовать плану предложенному, если говорить о себе, что плохого, однозначно, по крайней мере, вот я это испытал, ситуация в экономике в этом году
скажем так, не оправдала те надежды, которые возлагались. И ну, достаточно крайне тяжело. Тяжело было. При этом я не одинок, это, наверное, каждый производственник подтвердить мои слова. При этом в каждом минусе можно находить плюс, да, можно говорить о том, что мы даже при этих условиях стали еще чуть-чуть сильнее, потому что научились и выжили, и тоже не было ни сокращения, ничего, даже чуть-чуть развития при таких более жестких условиях. Поэтому вот этот вот минус, который можно как-то себе даже плюс. Если говорить о городе, тут тоже такое вот, с одной стороны, прозоры ввели, с другой стороны, большое количество, огромное тендеров все-таки проходит мимо прозора. С одной стороны, по децентрализации большая сумма денег, никогда этот город не видел такого бюджета развития, и, наверное, с последующей там тоже особо не будет. Но, с другой стороны, мы еще не научились. Эффективно. Нам дали, да, вот эту вот машинку, а мы еще не до конца умеем ею пользоваться, еще не научились правильно, эффективно этим распоряжаться. Какие-то с какими-то этими моральными аспектами. Да, но это, наверное, больше уже относится к глобальной ситуации в стране, потому что это свойственно всем революциям, потому что революции не проходят там неделя, месяц, год, да. А все великие революции это там десятки, там на 100 лет растягиваются. И у нас где-то вот еще мы находимся на том этапе, когда еще должно быть самоочищение, то есть, да, там Робеспьер казнил Людовика, Марат казнил Робеспьера, и так дальше, дальше. Вот мы еще где-то на вот, вот у нас еще... Где, интересно, бродит сейчас Шарлотта Карде? Да, да, да. Вот, поэтому вот еще вот у нас идет вот процесс, поэтому с одной стороны это вот оно немножко минус, а с другой стороны он вселяет, с каждым днем ты понимаешь, что ты уже ближе, ближе к очищению. Вот, примерно так. Определенно вы собираетесь в сауну просто провожать Новый год, поэтому заговорили об очищении. Вот как-то мрачно и грустно сидит Дмитрий Прокофьев, он как хороший ученик. Сказали говорить о негативе, начал думать о негативе, и, похоже, столько всего надумал. А думать не надо, просто все законы процитировать. Не, ну, в сюжете показали там работу городского совета, да, большое внимание было уделено, работу областного совета, там ситуацию с Романчуком там показали. Ну, давайте так. Пока у нас каждый депутат, да, заходящий в городской совет, я тоже там позапрошлом созыве был, пока каждый депутат, заходящий туда, не будет понимать, что он в первую очередь туда пришел для того, чтобы не какие-то свои там личные решать вопросы, лоббировать там какие-то моменты, да, а в первую очередь независимость от того, какой он там в партии, да, какая в этой партии там политическая линия, с кем там коалиция должна быть, с кем она не должна быть. Пока они не будут думать о людях, о городе, там, об области, и о вопросах там экономических, да, а не политических в первую очередь, то порядка не будет, и мы будем вот это вот наблюдать и в городском совете, и в областном. То есть это как бы первый момент. Что касается там коррупции и так далее, опять же, пока наши чиновники не будут получать, да, там нормальную заработную плату, и зарплата там заместителя губернатора в 7 там, тысяч гривен или 8, ну это как бы просто смешно, да, или там министра там 10 тысяч гривен, то о какой вообще там борьбе с коррупцией можно говорить, да, то есть... Да, должно пройти время, чтобы эта там власть очистилась, пришли туда там новые люди, которые действительно хотят там что-то сделать хорошее. Но я же говорю, пока не будет у них достойных условий для этого, то ничего не поменяется. Это если так о негативе. Ну, переводя в позитив, мы все-таки, ну, все верим, что мы на правильном пути, и как бы так, как опять же наш губернатор любит сказать, так раньше уже не будет, это точно, мы это все понимаем, видим, слышим, и слава Богу, что все-таки какая-то ну, работа есть, она, ну, и конструктив, он все равно присутствует, поэтому мы все надеемся на хорошее и ждем, что все-таки в нашей стране рано или поздно, ну, все будет благополучно.
Спасибо. Ну, я надеюсь, что действительно все-таки вот даже с приходом нового губернатора, о котором упомянул Дмитрий, появились какие-то надежды на то, что, ну, может быть, и в самом деле есть некий фактор личного желания что-то изменить. И если человек с таким желанием облечен определенной властью, он в самом деле может что-то делать для того, чтобы не было так, как было раньше. По крайней мере, вот что бы мы ни говорили там, да, о том, что он там, такой непонятный для многих, но тем не менее вряд ли кто-то вот так вот навскидку там приведет, например, там три каких-то ярких негативных события, связанных с губернатором. А с десяток позитивных, ну, наверняка можно привести, в общем-то, не очень даже напрягаясь. Поэтому, как сказано в Писании, по делам их узнаете их. И я действительно хотел бы присоединиться к Дмитрию о том, чтобы вот в желании, чтобы мы действительно о каждом из чиновников судили не по красивым лозунгам предвыборным, не по каким-то там, знаете, призывам, не по флагам, которыми они размахивают, а по тем делам, которые они делают, которые за них остаются, за ними остаются, и которые меняют жизнь каждого из нас, по крайней мере, в той сфере, за которую эти чиновники отвечают. У Александра Сенкевича есть что добавить, а потом Сергей Бурковец расскажет о своих впечатлениях. Ну, на самом деле, я хотел сказать о том, что добро и зло, опять же, это не абсолютные величины, а такие с очень размытыми краями, поэтому невозможно говорить о том, что у нас что-то... Вот смотрите, если человек крадет на предприятии коммунальном и дает деньги на армию. Ну, там, украл 100, дал 50 на армию. Вот как этот человек? Это хороший человек? А на работе ты не гость. Унеси домой хоть гвоздь. О, видите, да? То есть, получается, или когда человек, например, как коммунальным предприятием распоряжается, как своим собственным, это он нормальный парень или нет? И там прибыль там какую-то часть отдает. Вроде предприятие прибыльное. Ну так а сколько уходит мимо кассы? То есть вот эти вещи, они на самом деле иногда замыливают глаз, и люди, прикрываясь там волонтерством, помощью армии, творят очень плохие дела. Я думаю, что здесь как раз прокуратура, она слепа вот к таким вот хорошим каким-то замыливаниям глаз, и они, и прокуратура, и СБУ, и полиция стали работать, ну, откровенно, последнее время откровенно лучше, особенно с приходом нового губернатора и с обновлением состава. Вот. И в том числе, я хочу сказать, и в том числе лучше в последнее время стало работать налоговая. Более умных людей появилось больше, схемы такие более глубокие вскрываются чаще. Ну и напоследок я хотел сказать, что как бы вот у нас основная проблема между вот депутатами и чиновниками, вопрос не в том, что многие депутаты заходят для того, чтобы решить какие-то свои проблемы в бизнесе. Это, наверное, больше в Верховной Раде. Для некоторых попадание в Горсовет – это какой-то статус. Для некоторых возможность, там, ну, не знаю, применить свой голос там, для выделения там, земли или коммунальной собственности. А для некоторых это вопрос просто как бы провести свободное время, потому что даже не оплачивается. С другой стороны, депутатский корпус на сегодня, вот как в Николаеве, так и во многих городах, я наблюдаю эту тенденцию, исполняет такую роль такого микросудьи. Знаете, там, чиновники, а ну принесите нам решение, а мы оценим. То есть, так не должно быть. Это коллегиальный орган, который должен говорить, а ну-ка разработайте вот это направление, а ну попробуйте вот сюда, а ну давайте вот это. А вот люди, которые 12 лет находились там, три каденции, и говорят, ну что у нас с транспортом, ну когда у нас будет с транспортом порядок? А что ты обещал своим избирателям, когда ты шел в этот горсовет, что ты исправишь проблему с транспортом? Так давай вперед исправляй. Да, то есть как бы займись этим, предложи схему, предложи стратегию, предложи варианты выхода из ситуации. Они спрашивают, ну что там у нас с транспортом, почему вы нам не приносите на тарелочке решения? И что вы должны сделать? Мы принесем вам. То есть мы скажем, хорошо, ладно, идите, шалуны. То есть вот от этого вот такого вот отеческого «да» или «нет» нужно перейти к тому, что депутаты должны быть людьми с креативным мышлением, которые говорят, а ну-ка попробуйте вот это, нет денег, давайте сюда кредит. Вы пробовали кредит? Нет, марш кредит брать. То есть вот, понимаете, вот так. А когда депутат горсовета говорит, нам невыгодно брать кредит у НЭФКО под 3% годовых в гривне, у нас деньги на депозите лежат. Так мы на депозите, они лежат на 20%, а кредит мы берем в 3%. Ну то есть немножко надо соображать. Вот такие вот дела.
Спасибо. Ну, я думаю, что Сергей меня простит, если я все-таки предложу слово Юрию Исаевичу, который, наверное, единственный из чиновников такого ранга, не только говорил о том, как решить транспортную проблему, но и отметил конец своей каденции тем, что тут эту проблему, в общем-то, решил достаточно эффективно. Юрий Исаевич. Мы ее только начали решать. Нет, я понимаю, что вы, безусловно, не решили ее всю, но, по крайней мере, вам есть чем похвастаться. У нас остро возникла, когда неожиданно 3 марта, если не ошибаюсь, 15 года, вот, если помните, забастовка, причем это была спровоцированная, искусственная, наглая такая криминальная забастовка, когда полностью все маршрутки, 2000 маршруток стали. А те, которые пытались порядочно ездить, были избиты, были разбиты лобовые стекла, порезаны шины, различного рода криминальными лентами. Это все было организовано. И город был парализован. Электротранса были единицы. У нас была дилемма. Это была проблема, потому что электротранспорт был так устроен, 2/3 города он покрывает. Я имею в виду трамвай, троллейбус. Разумно были все маршруты, продуманы еще нашими отцами и дедами. Простая статистика. 5,5 миллионов стоил новый троллейбус. Вот. На ту сумму, которую мы могли себе тогда позволить, всего-то навсего мы могли купить 4,5 троллейбуса. Но от силы 5. Не решало ничего. Поэтому приняли вот такое решение. Если спросить, плохо ли, что лучше, новый транспорт или уже бывший в эксплуатации? Ну, конечно, новый. Но надо было решить проблему. Ее решили, а теперь как бы в продолжении этой проблемы целая программа, которая сейчас разрабатывается городским головой, как бы все хорошее всегда будет поддерживаться. Наверное, что-то будет и не так. И если мы говорим о том, что депутаты разные, то будем говорить, и чиновники точно так же разные. И точно так же по-разному приходят во власть. Вот. Но это же не значит, что создав 200 рабочих мест на сессии городского совета, мы можем снести 200 будок и предоставить эти рабочие места тем людям, которые вчера работали. Нужны специалисты, квалифицированные, креативные. А там целая проблема, связанная с элементарным, том, о чем говорил Дмитрий Прокофьев. Проблема найти 200 человек, которые за 4000 гривен зарплата могут работать. Нет стимула, нет материальной заинтересованности. Но, тем не менее, хочу сказать, что это вечная тема. Был городским головой Анатолий Алексеевич Олейник. Это была дискуссия о депутатах, городском голове и чиновничьем аппарате. Абсолютно та же риторика, которая слышится сейчас. Был городским головой Владимир Дмитриевич Чайка, беспрерывно он говорил, у меня один голос, а у депутатов 90, и тач, то же самая риторика. Я был городским головой, и я тоже, в принципе, говорил все то же самое, что говорил Александр Федорович, прошу прощения. Вот. Это говорит о чем? Это говорит о том, что вот, движение параллельно, выяснение Паниковского и Шуры Балаганова, а ты кто такой, оно не приводит к нормальному результату. Наверное, есть еще проблема в выборной системе, наверное, она несовершенна, и еще депутатский корпус, как сказал мудрый, очень опытный, когда-то, много-много-многократно депутат Юрий Искевич-Сосковский, когда я спросил, как этого человека могли избрать депутата, на что он сказал, что это средств населения. Население, средств, это депутатский корпус. Это избрали люди. Поэтому я хочу еще раз повторить, вот, не имея в виду присутствующих в этом зале, а в общем, что плохую власть избирают хорошие люди, я цитирую Черчилля, которые не ходят на выборы. Надо активно участвовать в выборном процессе, вникать в это, и качество депутатского корпуса будет лучше. Спасибо. Два блиц-вопроса Александру Сенкевичу, прежде чем наконец-то дойдет очередь давно обещанная до Сергея Бурковца. Фракция «Наш край» вам помогает или мешает в городском совете вот тех глобальных проблемах, о которых вы говорите? Я думаю, что фракция «Наш край» больше помогает, чем мешает. Ну, вам зачет, Юрий Исаевич. И второе, ну, от меня, кто же вам еще здесь оценки-то поставит? Я думаю, зрители, кстати, уже ставят, он рисует, шахматку расчертили. Скажите, Юрий Исаевич, вам 3 конверта-то оставлял перед тем, как уходить? Один. И что же в нем было написано, или вы его еще не вскрыли? Я открою перед последним днем выборов.
Пожалуйста, Сергей. Не взятка. Сергей Пурковец, пожалуйста. Да, из негативного, вот, конечно, было плохо ощущать весь 16-й год, вот как-то наша область, наш город все время был в эпицентрах каких-то таких вот скандалов, негативов, и, знаете, уже какая-то такая сложилась тенденция, как писали в Фейсбуке, какая-то там страшная пятница у нас наступала, и обычно происходили такие уже какие-то вещи. Но в целом, слава Богу, мы это дело пережили и надеемся, что 2017 год нам принесет побольше позитивных явлений. Ну и, наверное, хотелось бы все-таки пожелать нашим руководителям и управленцам, наверное, такое есть как понятие оптимизация производства. Она вот мне как производственнику немножко непонятно, наверное, каким образом мы, увеличивая штат ИТРовцев, можем решить производственные вопросы. И в этой связи, наверное, все-таки больше надо обращать внимание на управление городом, скажем, более профессиональным подбором людей и слышать мнение избирателей. Наверное, так. Спасибо. Пожалуйста, постарайтесь писаться полминуты, потому что ждет зритель. Вы хотите меня слышать о том, что мы некоторые позиции, которые в том числе, которые увеличены, они уже существовали просто в рамках другой структуры. В новую структуру мы их затянули и сделаем, что медики будут заниматься не строительством, сейчас вопросами капитального строительства занимаются медики. Это правда? Да, этим будет заниматься управление капитального строительства, этим будут заниматься строители. Медики будут заниматься поточными ремонтами, текущими ремонтами и так далее. И еще хочу сказать о том, что ИТРовцы — это не те люди, которые выдают субсидии. На сегодняшний день у нас все люди, которые работают в управлении городом, в городской власти, это люди, которые работают с другими людьми в основном. На сегодняшний день активизировались вопросы, которые касаются субсидий. Я, пользуясь возможностью, еще раз хочу сказать, субсидии – это безвозвратная финансовая помощь государства, жителям города, Украины, для того, чтобы они могли пережить в это сложное время, ну, тоже отопление и так далее. Поэтому не стесняйтесь, идите и получите субсидию. Ее придумали не для вас, ее придумали для монополиста, чтобы он все-таки мог еще работать, когда вам трудно платить. Поэтому не переживайте, государство найдет деньги для того, чтобы оплатить вашу субсидию. Идите и получите ее. В то же время, когда мы открыли новых 10 пунктов выдачи субсидий, кто-то же в этих пунктах должен идти работать. На сегодняшний день люди, которые работали просто, ну скажем, в управлении, они еще раз рассредоточены, и они работают у себя, а потом бегут туда, друг друга меняют и так далее. То есть фактически для того, чтобы оказывать услуги в центре предоставления админуслуг, люди из управления сверху с этажей снимаются и идут туда, вместо того, чтобы выполнять свою работу, потом остаются после работы и выполняют ее там у себя уже на рабочем месте. Поэтому еще раз хочу сказать, действительно оптимизация будет по процессам. Мы хотим сделать единый центр закупок, то есть собрать все тендерные комитеты в один единственный центр закупок. Сейчас мы стянем специалистов с разных управлений и поставим их в одно управление. То есть это все на сегодняшний день, все это в процессе, но нужно произвести сейчас, нужно для того, чтобы сузиться, нужно расшириться. Это как звезда. Любая звезда, она сверхновая. Да, ей нужно набраться, а потом она будет сужаться. На сегодняшний день мы просто не справляемся с теми функциями, которые нам делегировало государство. Нам дали деньги, за эти деньги мы должны заплатить зарплату тем людям, которые будут оказывать сервис. Людям, которые не хотят стоять в очереди и ждать, пока тут один специалист, спустившийся сверху, окажет 20 людям услугу за час. Вот так. Спасибо. Я попрошу зрителя подождать полминуты, пока Александр Демьянов, чтобы не потерять мысль, за полминуты прокомментирует то, что говорил Александр Федорович, и ну, еще полминуты там Сергею. Пожалуйста. Я хочу поддержать Александра Федоровича и коротким примером. Когда-то нас посетил после очередного конгресса нейрохирургов главный нейрохирург Финляндии. И у них завязалась беседа с нашим областным нейрохирургом Игорем Романовичем Скоропадом.
по поводу показателей работы наших отделений. Отделения оба на 60 коек, что в Хельсинки, что в Николаеве. Набор больных такой же, состав операции идентичный. Искали, в чем разница. Разница в 2 промилле послеоперационной летальности. У нас она выше была. Искали причину. После многоминутных, ну скажем, минут 40 обсуждали и виды оборудования, и качественный состав хирургов. И потом был задан вопрос, а сколько у вас медсестер в отделении? На что Игорь Романович сказал, у нас 24. О, сказали, у вас намного больше, чем у нас. А сколько у вас, спросил Игорь Романович? Говорит, а у нас в сутки 12 человек. Игорь Романович сказал, нет, у нас 24 всего, сутки через трое. Он тогда спросил, сколько же у вас медсестер обслуживает 60 нейрохирургических, лежачих в большинстве своем случаев больных? Две медсестры и две санитарки. На что нам было сказано, нам нечего больше искать, это и есть причина. Две санитарки никогда не справятся и две медсестры с таким количеством больных. Мы можем оптимизироваться сколько угодно, но оптимизация, которая связана, подменяет собой втискивание в бюджет, это не оптимизация. Это временная мера до тех пор, пока будет надежное финансирование. Поэтому я здесь должен поддержать Александра Федоровича. Действительно, весь объем той работы, которая необходим, с прежним количественным составом, может быть и качественным, выполнить невозможно. Юрий Александрович многозначительно ухмыляется, но я все-таки... Хорошо, неоднозначно улыбается своей очаровательной улыбкой. Я пытался понять, что такое промилле в нейрохирургии, никак не мог понять, как он это наложил вот на работников сферы сервисной службы. Я полагаю, что если мы задержимся некоторое время после передачи, вы сможете выяснить это частным порядком. Короткий комментарий Сергея Бурковца и наконец-то дадим слово зрителю. Пожалуйста. Я тоже, в свою очередь, хотел поддержать Александра Федоровича и предложить ему вариант решения двух проблем. У нас есть проблема 61-го завода, коллектива 61-го завода, которая уже там годами не получает заработную плату. И, возможно, как вариант использовать потенциал тех людей, которые там на сегодняшний день есть, и использовать их в ваших начинаниях, как вы говорите, организация тендерного комитета. 200 человек там наберется. Там 800 человек. Ну, я думаю, человек 150 вы могли... Сразу Александру Евгеньевичу, БСМП тоже, медиков дополнительных. 61-го завода. Есть требования, которые будут выставляться. У каждого есть своя технологическая карта, у каждого есть список тех функций, которые он должен выполнять. И люди, которые будут устраиваться на работу, они не будут устраиваться по блату там, или еще каким-то способом, а просто по списку требований того, чего может этот человек. Да. А то, что касается, допустим, администраторов, у них мы будем набирать молодых ребят, девушек, которые просто внимательно умеют общаться с техникой, им не обязательно иметь глубокие знания в юриспруденции или там земельных вопросах. Им просто нужно вносить данные в компьютер. И все. Я хотел сказать о новшествах, которые появятся в 2017 году в горосполкоме. Это мы установим турникет и рамку для металлоискателя, которую нам Служба безопасности Украины настоятельно рекомендовала. Чтобы перестали носить мелочи, носили уже купюры. Да, первое. Второе, чтобы люди меньше ходили по этажам, отвлекая чиновников от работы. Есть сервисный центр, приходите туда, получайте там, поддавайте, скажем так, информацию, и она будет обрабатываться. На сегодняшний день задача как раз городской власти сделать таким образом, чтобы человек, который приходит с желанием получить услугу, не контактировал с тем, кто ее будет исполнять. Это как раз снижает коррупцию. Первое. Второе, это то, что если человек хочет получить услугу оперативно, у него должен быть официальный прайс-лист. Я хочу получить сегодня эту бумагу. Пожалуйста, 2000 гривен. Я хочу получить через неделю. Пожалуйста, 500. Я хочу получить ее, когда ее можно, когда бесплатно, через 2 недели. Тогда я буду ждать 2 недели. То есть это то, что будет легализировано, это уже легализировано согласно вот этих центрах предоставления административных услуг. Я очень надеюсь, что в ближайшее время поменяется законодательство. Минрегионбуд обещал, вот 2 недели назад я там был в Киеве, обещали, что планируется поменять, чтобы вывести вот как раз эту службу в отдельное коммунальное предприятие. Тогда это предприятие сможет быть самоокупающим, люди смогут получать зарплату именно и от того, что они делают. То есть если он пашет, как папа Карло, берет дополнительные часы, ему за это будет платить
платиться дополнительно. Сейчас это не играет роли. Пашешь, получаешь ставку. Не пашешь, получаешь ставку. То есть нету мотивации. Но это все впереди. Я очень надеюсь, что это скоро случится. Спасибо. Наш зритель, я так полагаю, дождался своей очереди. Спасибо вам за терпение. Это последний звонок уже в этой программе. Мы уже начинаем подводить итоги. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Я очень извиняюсь, но я хочу сказать защиту нашего Александра Федоровича, потому что я смотрю передачу с самого начала. Я там господарка, Алла меня зовут. Ну вот как-то так Юрий Исаевич немножко так напряжно на нашего Александра Федоровича. Я, конечно, извиняюсь перед Юрием Исаевичем. Да. Но я очень благодарна нашему Александру Федоровичу, в котором мои детки не ходят по болоту в школу. Школа номер 32. Мы спокойно можем перейти дорогу. Я понимаю, может быть, это кому-то какой-то напряг, но мы можем дорогу перейти спокойно, не обходить никакие там ларечки, будочки и все остальное. Поэтому, пожалуйста, Юрий Исаевич, если вы депутат старого корпуса, там депутатского состава, да, пожалуйста, подмогите, это же молодежь, помогите, поддержите. Не надо лишний раз там какую-нибудь палочку в колеса заставить, не надо. Вы умничка, я не спорю, Юрий Исаевич у нас такой, я была на 8-й сессии. Минута закончилась. Нет, ну почему? Про то, что вы умничка, мы успели услышать. Юрий Исаевич, полминуты. Никаких палок колеса, никаких проблем, просто формат этой передачи и ведущий, который задал такой, ну, как бы шутливый тон, это нормальная манера общения для предновогоднего эфира. На самом деле у нас нормальное конструктивное сотрудничество, есть какие-то вопросы, с которыми мы соглашаемся, есть, которые мы дискутируем, но как бы вредить родному городу никто не собирается, и наоборот, будем с удовольствием помогать. А вам, Алла, спасибо большое. Я хочу сказать, что помните старое доброе кино «Бой идут одни старики»? И там фразу «Кто же первый распишется на Рейхстаге?» Одни говорят «Первая эскадрилья», второй говорит «Нет, там вторая эскадрилья». На что КМСК, легендарный капитан Титаренко, сказал, и вообще говорит, какая разница, да и распишется там первый рядовой пехотный Ваня, да и по праву. В первую очередь, наверное, и мне, и Александру Федоровичу, и жителям, и всем надо говорить спасибо. Вот. Дорожникам, которые работают, в первую очередь надо говорить спасибо, и нельзя этого не сказать нынешнему премьер-министру Владимиру Гройсману, который был первым, кто, в принципе, вот, стал застрельщиком вот этой реформы и децентрализации, потому что он это понимал. Вот. Мэр, у нас, да, мэр города, который как бы это сделал, а плодами этими пользуемся уже. Сначала я, а потом Александр Федорович, кто-то когда-то будет еще. Дай бог, чтобы у нас на земле был мир, покой и порядок. А что касается нормальных, порядочных, профессиональных взаимоотношений, то не сомневайтесь. Они у нас есть, и я думаю, что конкуренции на самом деле в сессионном зале быть не должно. Должна быть нормальная, консолидированная работа и между фракциями. По поводу простого Вани, да, который сейчас работает на заводе, да, на там, предпринимателям, которые работают, наверное, не благодаря, а вопреки, создает рабочие места и платит налоги. Я всегда, когда мне говорят спасибо там за то, что за это, я говорю, спасибо нужно говорить николаевским налогоплательщикам. Да. Поэтому не депутатам, хотя они тоже налогоплательщики, не городскому голове, которые тоже там принимают какие-то управленческие решения, а именно людям, которые платят честно налоги. Нас по очереди принимают на работу население и потом дают нам оценку всего-то навсего. Спасибо. Наконец-то соло нашего заждавшегося дуэта Любаров и Пранкевич. И мы выходим на подведение итогов. Господа, обдумывайте свои последние слова протяженностью в минуту. Александр Викторович и Юрий Исаевич, Юрий Иосифович, пожалуйста. Я хочу начать, а он, Юрий Иосифович, продолжит. Я хотел бы сказать об одном негативе, о котором я все время здесь говорю. О том, что городу Николаеву катастрофически не хватает
современной культурной информации и современных форм организации культурной жизни. Я понимаю, что мэр скажет, что мы дали на культуру больше, чем когда бы то ни было, но, извините, мы уже об этом говорили, я уже тут был солистом, тут меня били начальник управления культуры, и одна тетя на меня кричала. Но я повторяю эту мысль снова. Вот смотрите, у нас есть кинотеатры. В кинотеатрах показывают то, что нельзя, в принципе, нормальному, интеллигентному человеку смотреть. Мы вынуждены создавать киноклубы и по этим самым шхерам, да, сидеть и смотреть то, что нам интересно. Был недавно в городе Заарбрюкене, да, то есть есть маленький кинотеатр, который называется 8,5. Это подвал, кирпич, покрашенные стены, но там показывают артхаусное кино для всех, кто хочет. Я задавал вопрос директору кинотеатра, как функционирует эта штука. Есть городская дотация для этого подвала, она существует для этого, и там можно смотреть артхаусное кино. Точно так же, я вам хочу просто как профессор литературы сказать, что мы катастрофически, я закончу мысль, а потом уже будет, мы катастрофически оторваны вообще от украинской жизни культурной. Вообще город Николаев в культурном смысле – это ватная подушка. Вы это должны понимать. И когда люди потом платят деньги за войну, они платят потому, что не занимаются развитием культуры. Есть книжные арсеналы, есть книгарня Е, есть куча других институций в городе, то есть в стране, да, где распространяется культурная информация, современная, на украинском языке. Она сюда никогда не попадает. Поэтому, может быть, имело бы смысл, да, продумать какую-то эффективную политику, потому что есть литературный кафе. Вот представьте себе, в городе Николаеве появится литературное кафе под названием «Бабель». Ну что вы такое говорите, Александр Викторович? Вот в Парке Победы устроит море водки разливанной, это мы можем. А нормальное литературное кафе, где вот мы здесь сидящие, да, пришли туда и поговорили, это невозможно. Я на этом закончу. Хорошо, спасибо. Я думаю, что мы стоим на пороге новогоднего чуда. Александр Федорович сейчас нам его явит. Александр Федорович, почувствуйте себя святым Николаем и совершите это действо. Ну, я уже говорил об этом на одном из эфиров в этой студии, о том, что в этом году я лично инициировал то, что 5 миллионов гривен из городского бюджета будет выделено на так называемый бюджет участия. То есть 1% от нашего бюджета развития, который в этом году принят в размере 504 миллиона, будет выделен на бюджет участия. То есть люди фактически смогут подать свои проекты, в том числе и вот этот кинотеатрик на 8,5 человек. И думаю, что можно будет поучаствовать, и горожане достаточно оценят, ну, как бы голосованием оценят, нужно это или нет. По большому счету, ну, знаете, есть такое понятие, как не надо метать бисер перед свиньями, с одной стороны. С другой стороны, если николаевцам хочется еще один ганделок получить, мы это тоже увидим, понимаете? С другой стороны, я согласен с тем, что нужно работать над культурным слоем, потому что сколько бы мы не устанавливали этих красивых скамеек и этих красивых урн, которых мы установили в этом году в обилии, тысячами их установили, но все равно продолжают какие-то негодяи, ну, не хочу пользоваться другие слова, мнут их, ломают, гнут, разбивают эти скамейки новые. Зачем это делать? Гнут столбы со знаками, разбивают новые фонари, которые мы устанавливаем. Мы 4 парка в этом году осветили. Посмотрим, как долго они продержатся. Но вот именно культура – это то, чего не хватает. Фонари, дорогу можно починить. Человека починить намного сложнее. Но если он, вот, люди очень редко меняются. Думаю, что психолог может подтвердить. Не меняются вообще. Поэтому вы можете поучаствовать в проекте и попробовать выиграть. Спасибо. Спасибо, Юра. Пока к тебе идет наш ассистент, я сегодня совершенно просто угол срезал, проходил через сказку. Был совершенно очарован. Вокруг солнечных часов стоят как совершенно изумительные скамейки, да, там одна вот такая, ну, чтобы так съезжаться туда, да, такой, а другая, наоборот, вот такая, чтобы вообще даже и близко не сидеть. Вот эта вот, которая вот такая, это для тех, кто поссорился, чтобы их притягивало друг к другу, это самое. А вот там есть спиной, для тех, кто навсегда поссорился, надо спиной посидеть. А там вот есть как-то три... Там одна выше, другая ниже, да. Это семейная.
Папа может сесть выше, мама ниже, а ребенок ниже. Или наоборот, ребенка посадить на самое высокое место. Ну тут по-разному. Поэтому... И это придумал Добогян? Это придумал, осуществил Аркадий, за что спасибо ему огромное. Ну, к сожалению, Аркадий, это наша передача, хотя его приглашали, но не смог доехать. Он бы наверняка об этом рассказал. Юра. Не хотел говорить о плохом, а еще и последний. Вот, нет, в этом, еще, мы сейчас еще себе подведем крайний итоги. Крайний имеется в виду вот в этом круге. Плохое слово, и крайние, и последние, оба плохие. Я хочу сказать, что чего лично мне не хватило в этом году. Мне не хватило времени. Раньше сидишь урок и не знаешь, когда он, блин, уже закончится. Сейчас год, не успеваешь ничего. Хочешь что-то сделать по объективным причинам, по субъективным причинам. Страшно тяжелая система сегодня, законодательная, не знаю, там, бюджетная, что угодно. Не хватает времени. Хочется осуществить все идеи. Не осуществляются идеи. Ну, не знаю, наверное, это и хорошо, потому что входить в Новый год и понимать, что ты чего-то не доделал, это какой-то знак, может быть, да, что, ну, доделаешь дальше, да, как бы там, бросил монетку, значит, надо вернуться. Поэтому, с одной стороны, конечно, ужасно не хватает времени, теряешь его на все, а с другой стороны, надежда на то, что в следующем году это время используешь правильно. Спасибо. Я вот сейчас тоже буду совершенно вот нечестным, неправильным и во всех смыслах несправедливым. С одной стороны, у нас эта сторона гораздо меньше говорила, чем эта. С другой, я понимаю, что если сейчас всем установлю равные правила, все равно наши два мэра эти правила придерживаться не будут. Поэтому у нас осталось 5 минут до конца передачи. Вот по полминуты, пожалуйста, вам, что, господа, чтобы подвести итог, а все остальное время нашим двум мэрам. Пожалуйста, Вячеслав Симченко. Ну, однозначно, сейчас, наверное, есть смысл говорить о каких-то пожеланиях следующего года, потому что все, что было хорошее и плохое в этом, мы уже проговорили. И для того, чтобы решить многие эти проблемы, которые вот были со знаком минус в этом году, наверное, это можно будет сделать тогда, когда у нас будут созданы условия для того, чтобы строились, появлялись новые заводы, чтобы у нас появлялись новые фабрики, чтобы работники 61-го не выходили с требованиями «верните нам зарплату», для того, чтобы все-таки они были, что называется, загружены работой, да, по полной. И потому что если будут рабочие места, будет работа, значит, будет наполнение бюджета, значит, будет чем распоряжаться и горсовету, и чиновникам, и прочим. Поэтому... У меня одно пожелание, вернее два. Первое — это все-таки мир. Надеюсь, что он в следующем году все-таки у нас наступит. И второе — это побольше новых производств. Спасибо. Дмитрий Прокофьев. Ну, я плавно, исходя из производств, которые, конечно, зависят от законодательства, от всего, в первую очередь стабильности. Стабильности нужна бизнесу, инвестициям. Чтобы не менялись там законы, то, что хорошее принято, чтобы оно оставалось, да, какие-то улучшения, чтобы они там в последующем также принимались и делались. Поэтому мира, стабильности, ну и дальнейшего какого-то движения вперед к улучшению. Спасибо большое, Сергей Полковец. Ну, прежде всего, мира, добра, любви и, пользуясь случаем, с Новым годом, с Рождеством Христовым. И классный у нас город, классный у нас горсовет. Все у нас получится, и все у нас будет хорошо. С Новым годом! Спасибо. Господа, у вас есть по 1,5 минуты. Юрий Исаевич начинает, Александр Федорович заканчивает. Ну, они меня простят. Там уже конкурс, литературное кафе. Все по хронологии, все правильно. На подтанцовке. Да. Ну ладно. Юрий Исаевич, вы тратите свои 1,5 минуты. Уважаемые коллеги и уважаемые телезрители, уважаемые николаевцы. Есть такая шутливая, но, наверное, все-таки истина. Новый год – это новый шанс для каждого из нас. От ребенка до взрослого серьезного человека. Новый шанс – обрести радость, обрести счастье, обрести желание, поправить желаемое, поправить здоровье, сделать так, чтобы мир стал чуточку лучше. И мы с вами можем это делать совершенно разными способами. Не место красит человек, а человек место. Поэтому я в канун Нового года хотел бы пожелать всем, так как мы все-таки живем в городе Николаеве и рождены под знаком святого Николая, чтобы он всегда покровительствовал всем николаевцам, чтобы он покровительствовал нашей замечательной, красивой,
хлебосольной стране, и чтобы у нас, у всех все было хорошо. И дом полная чаша, и небо чистое, светлое, и детский смех в доме, и крыша над головой, чтобы не текла. Счастья вам, с Новым годом. Спасибо большое, Александр Федорович. У вас совсем-совсем последнее слово. Очень много людей, которые сказали, этот год мне ничего не дал. Я бы хотел пожелать николаевцам не ждать, что кто-то им что-то даст в следующем году, а начинать заниматься своей жизнью, своей судьбой самостоятельно. Нужно стараться думать, что я могу сделать для того, чтобы моя жизнь сделалась чуть-чуть лучше, чем вчера. Хочу пожелать всем украинцам мира на нашей земле, потому что на сегодняшний день мы здесь как бы чувствуем себя очень свободно и хорошо, потому что кто-то там на передке жертвует своей жизнью, здоровьем и временем, которое эти люди могли бы провести со своими семьями. Хотел бы пожелать всему миру на сегодняшний день, я вот смотрю новости, не хватает добра. Вокруг зло, ненависть и зависть. Хотелось бы пожелать людям, николаевцам, чтобы они становились немного добрее друг к другу и к миру, и к соседям. Потому что тогда только вместе с соседями они смогут свой дом сделать лучше. Только вместе мы сможем сделать свой город лучше. И только вместе со всеми мы сможем сделать нашу страну лучше вместе. А себе бы я хотел, наверное, в следующем году пожелать все-таки добиться возможности расщепления портовых сборов. И чтобы Николаев получил какой-нибудь доллар с каждой тонны, который перегружается через его порты, и стал немножко красивее, немножко лучше и немножко культурнее. Дякую, Олександре Федоровичу. Дякую всім нашим глядачам, які провели ці дві години разом з нами. Можливо, наша сьогоднішня зустріч показалася дещо камерною, дещо родинною. Втім, так воно і є, адже за ті роки, що ми працюємо разом, за ті два роки, що виходить програма «Контраргумент», ми справді, ну, трохи більше, ніж, майже два роки, трохи більше, ніж півтора, десь так, округлимо до двох. Ми справді зріднилися, ми справді стали однією сім'єю тільки з тими, хто постійно бере участь в наших програмах, а нашими глядачами також, нас впізнають на вулицях, нам телефонують, нам пишуть, з нами спілкуються, нам підказують теми. І я дуже хочу побажати нам усім, щоб так було і у наступному році. А у наступному році ми зустрінемося 12 січня і далі будемо зустрічатися кожен четвер о 19:30. Або ж, можливо, щось зміниться у нашій сітці, втім, ми завжди будемо разом. Дякую, що були з нами протягом цілого часу і запевняю, що з нами завжди добре і з нами завжди цікаво і нас завжди варто дивитися. Не перемикайтеся. І хай вам щастить, як у цьому році ще лишилося декілька трошки, але все ж таки трохи часу ще лишилося, щоб вам спіймати за хвіст свою власну птицю удачі. І нехай ваш новий рік розпочнеться з великих досягнень, з великих вдач, з великого щастя. І нехай воно буде вашим постійним супутником протягом усього наступного року. Дякую, на все добре. До побачення.